Парнем, который будет сражаться с хорошей компанией, это Максим Дылдин. Кстати, юный, просто даже не молодой, а юный, 20-летний парень, выиграл Мемориал братьев Знаменских 45-92. И вот сразу же в Мюнхен на Олимпийский стадион. Вот это приветствую. За это спасибо большое нашему руководству, что наконец-то дают вот ребятам прорваться. Есть шанс прорваться. Есть отборочный старт. Покажись, конечно. Да. Но ведь очень долгое время это не было. Ну что ж, это Ким Бенджамин, о котором я много рассказывал в этом сезоне, но еще раз повторюсь, и все-таки тренер-то у него знаковая личность. Колин Джексон с зимы тренирует Тима Бенджамина, знаменитый барьерист, экс-рекордсмен мира, ну, в общем, все практически выиграл. Ким Бенджамин один из немногих, который может похвастаться победой над Джереми Уорренером. Вот и главное его, пожалуй, достижение. Нынешнем, ну, нам потихоньку всех представляет. Бельгиец вообще по первой дорожке. Кевин Борли, вы видите, результаты не столь высокие, но вот Максим Дылдин. Также он был в эстафете 4 по 400 наших ребят, которые стали серебряными в Бирмингеме. Ну, вот это как раз Тим Бенджамин. Хороший серебряный призер бирмингемского чемпионата Европы. И парень, который подарил нашей команде серебро. Как помните, его сняли. Да, сняли, да. Команду, когда он просто проехался. Ну, я-то считал, что не так уж жестко человек пробежал. Нормально, мужская борьба была. Мог бы его оппоненты подставить плечо. Но его в итоге немцев дисквалифицировали, и наши стали неожиданно серебряными призерами. А хотя немцы-то практически побеждали. Ну, очень хорошо. Бенджамин впереди. Он в данном случае вторая дорожка не так плоха, потому что ты видишь всех, можешь контролировать движение. И не здорово, бодро бежит Макс. Конечно, пытается там захватить с Вильямса, поэтому мы сейчас не видим. Он догоняет Бенджамина. Дылдин, не слишком ли быстро? Да вот. Вот серо я уже думаю. Но вот сейчас должен, если Тим на что такое, или Тим слишком медленно бежит. Пока он практически лидер, текущий лидер этого забега. Максим Дылдин выходит первый на финишную прямую. Ой-ой-ой, встает. И пошел Бенджамин, Лесли Джонс. И набегает Уильямс. В итоге четвертый Дылдин, но неплохо. Я думаю, где-то пробежит чуть-чуть 46, я думаю. А может быть, личный рекорд, потому что все-таки 45-55 достаточно быстро. 45-92 у него, да? Да. Я думаю, что, может быть, даже он не выбежал из 46, но очень близок. Очень близок. Ну, молодец, парень. Пускай разложил не 100% точно свои силы. Нет, было смело, это было грамотно. И где рисковать, как не здесь? Да нет. Очень хорошо. И, кстати, ну как, Бастианса обыграл, да? Он проиграл там чуть-чуть. Выиграл у поляка. У поляка выиграл. У которого личный рекорд выше, чем намного. У него. Намного. И лучше результат по сезону в этом году. В итоге Лес